удмуртском зоопарке появился новый обитатель, юная медведица Аврора. Ей всего 2 года, приехала из Красноярска. Чтобы вы смогли ее сейчас увидеть, наш оператор Алексей Борисов пошел на риск. Первый выход Авроры в свет был немного омрачен снегопадом. Мокрый снег облепил стекла вольера и скрыл белую медведицу от глаз посетителей. Наш оператор за красивым кадром отправился прямиком к ней в вольер. Хищница же на незваного гостя отреагировала на редкость спокойно. Впрочем, это вполне объяснимо. Она себя здесь хозяйкой пока не ощущает. А в нашем зоопарке уже достаточно давно живет сложившаяся пара. Это белый медведь Норт и Дунка. А вот в прошлом году к нам прибыл новый медвежонок Пилигрим, но, к сожалению, он прибыл один, у него не было пары. И вот на протяжении довольно длительного времени велись переговоры по поиску ему новой подружки. Будущего спутника жизни Аврора пока видела только сквозь решетку. Сейчас она на карантине, и к другим медведям ее не допускают. Но изоляция продлится недолго. Аврора к одиночеству не привыкла. С рождения она жила вместе с сестрой. Были найдены 2 медвежонка, 2 сестры в районе озера Таймыр. Это Красноярский край, полуостров Таймыр. И, значит, мамы рядом с ними не было. То есть бродили не одни, маленькие, порядка где-то им было 4-5 месяцев. Вот, в таком возрасте медвежата они не выживают. Несмотря на одиночество, белая медведица чувствует себя хорошо, радуется снегу и с удовольствием купается в бассейне. Увидеть ее уже в компании белого медведя Пилигрима ижевчане смогут после того, как страна отметит Старый Новый год. Анастасия Стехова, Алексей Борисов, Вести, Удмуртия.